Глава Чувашии почти ежедневно в рабочем режиме встречается с руководителями предприятий республики. Сегодня в Доме правительства прошла встреча с управляющим директором компании «Химпром» Вячеславом Курсаковым. Предприятие по производству химической продукции работает стабильно даже в кризисный год. Новые технологии и современное оборудование позволяют не только производить нужную продукцию, но и сохранять экологическую безопасность. «Химпром» для нас, для республики вообще, это значимым предприятием является, потому что почти 40% химических товаров вы, произведя, реализовываете и продаете на экспорт. Налоги оплачиваете публично, удовлетворенным тем, что вы индексацию зарплаты сделали, несмотря на сложности, на где-то 10% примерно, да? 10,4, да. И количество рабочих стало больше на 90 человек, динамики в сравнении с прошлым годом. Это тоже значимый показатель, потому что все организации коммерческой деятельности сегодня проводят определенную оптимизацию, сокращают энное количество людей. Ну, это объективно, по сути дела, хотя мы уровень безработицы удерживаем сегодня меньше, чем 1%, 0,6-0,7%. Это нормальный показатель. Главу Чувашии интересовало создание производства по глифосату. Нужно ли оказать какое-либо содействие предприятию? По глифосату и перекиси на наблюдательном совете главной компании одобрено решение о начале проектирования глифосата, одобрено выделение 10 миллионов долларов на эту часть. И сегодня активная фаза, конец 2015 года и начало 2016 года, это выход на базовый проект для того, чтобы мы понимали более точно капекс проекта, понимали, какое оборудование, основные единицы вспомогательные необходимо будет закупить. Ответ на этот вопрос позволит нам выйти на поставщиков потенциальных, понять сроки изготовления и уже более детально, более взвешенно оценить предстоящие шаги на ближайшие 2-3 года.